Перемещение по дракону. Есть всего две разновидности перемещения. Короткое перемещение. Движение начинается с той ноги в сторону, которой вы будете двигаться. Далее подтягивается задняя нога. Движение короткое, 10-15 см. Можно двигаться вперед, назад и в сторону. Длинное перемещение. Производится сменой ног. В середине перемещения ваши ноги должны стоять рядом. Это делается для того, чтобы в любой момент вы могли прекратить движение и вернуться в исходное положение. Двигаться можно вперед и назад.